сценка перед ЗАГСом. Молодожены стоят перед ЗАГСом, и между ними происходит такой разговор. Значит, дорогая, послушай, мы сейчас заходим в ЗАГС. Через несколько минут мы будем мужем и женой. Давай прямо сейчас решим, как мы назовем своего будущего ребенка, чтобы потом не было ни скандалов, ни дебоша, ни всего этого, что у тебя. Хорошо, дорогой, хорошо. Я поняла. Хорошо, предлагаю. Значит, вот Марина. Плохо. Ладно, Рената. Не надо. Регина. Очень смешно. Айвенга. Просто. Лапойя. Банально. Наташа. Запомни, отличное имя. Сапармурат. Сразу да. Иван. Плохо. Арчибальд. Какое нелепое имя, Иван. Арчибальд, отметь. Даунито. Думаешь, все-таки в тебя пойдет? Дрю. Дрю? Не надо называть ребенка глаголом. Может быть, это Войцах? Не надо называть ребенка в честь твоей бабушки. Оззи. И в честь дедушки тоже. Мафусаил. Охренеть. Мы 9 месяцев ждали кого? Мафусаила.